Однажды ко мне пришла женщина, это из практики. Из вашей? Из моей практики. Она пришла мне и поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила там, ну, более 40 лет, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате, он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. «Что мне делать?» – спросила она меня. И сказал: «Убейте его». Что сказали? Я сказал ей: «Убейте его». Так. Она говорит: «Как?» Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо изогнется. Шок. Она тоже триггер. Она говорит: «Я не могу этого сделать». Я говорю: «Не можешь, тогда терпи».